Выстава «Холодной зброи» открылась у Гомельским областным музей военной славы. На экспозиции каля 130 экспонатов, многие из яких демонструются у першиню. Как шакается выстава под назвой «Блиск клинка и звон холодной стали» будет працевать до конца года. Сярод представленного кортики, кинжалы, тисаки, штыки, мячи и кастеты, вырабленные у разные часы у разных краинах свету. Сярод их зброя, якая была конфискованная супрацовниками милиции и передаденная у фонда музея военной славы. А прача того, по словах организаторов, шмат якія экспонаты у Беларуси сустракаются вельми редко, что так само повышает интерес до выставы. Хоть по великим рахунку не все экспонаты являются непосредственно холодной зброи. Во всяким выпадку с гэтага спису можно напэўна выкреслить масонские шпаги, а так само дитячие так званые кабинетные ножи, якія вырабляются для упрыгоживания покоев. Дарэчы, аналоги некоторых с представленных у Гомеля экспонатов можно убачить у сусветно вядомых киностужках. Тот самый кабар, который представлен на выставке, он даже в «Звездном десанте» представлен, даже в фантастическом фильме. И американцы считают, что этот нож даже в войнах будущего, в космических войнах, будет присутствовать. Но это тоже о чем-то говорит. Вот. Ну, у нас довольно-таки хорошая подборка штыков к автомату Калашникова. Наверное, все считают, что Калашникова легенда, штык к нему, видимо, тоже. Хотя изначально Калашников был учрежден без штыка. И первоначально штык Калашникову не был положен. Но потом все-таки решили, что без штыка автомату не обойтись.